Всем привет, друзья, с вами канал Game Show Forever, и сейчас у меня не очень хорошие новости для всех поклонников Джеффа Харди, так как выясняется, что Джефф Харди был арестован, да, опять арестован. Это для меня звучит неожиданно, как для фаната Джеффа Харди, так как я давно как бы слежу за его карьерой, за его творчеством, за всем, что происходит практически. И вот недавно выплывает такая новость, вот совершенно буквально недавно, что Джефф Харди был арестован за вождение в нетрезвом виде. Как вы могли подумать, наверное, многие подумали, что это опять наркотики, но нет, тут алкоголь. Также сообщается, что Джефф врезался в ограждение, чем нанес урон своей машине на 8 тысяч долларов и на 5 тысяч долларов ограждением. Все произошло в субботу в округе Кэмерон, штат Северная Каролина. Через час после ареста Джефф Харди был отпущен, и суд у него пройдет 18 апреля. На этот срок российские права у него заберут. Так что вот так вот, такие вот не очень хорошие новости опять о мистере Харди. Только вроде бы недавно у него все хорошо было. Врачи сказали, что его восстановление уже закончено, то есть он полностью восстановился, осталось только подтверждение от докторов компании WWE получить, чтобы Джефф мог приступить к активным выступлениям в компании. И вот тут такая нахрен новость, что опять у него проблемы какие-то. Блин, это просто звучит, как я не знаю, как все равно, что шокером по причинному месту. То есть фамилия Харди и арестован, это прям как я не знаю. Как огонь и вода, типа, блин, я не знаю, может быть, как лед и пламень. Ну ладно, что-то я затянул, короче. Ну вот такая вот новость. Всем спасибо, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, кому нравилось, кому не понравилось. Оставляйте свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. И всем удачи, всем пока.